Да, такая организация. Она, ее день рождения 17 мая 2018 года. Мы очень долго, мы год собирались, мы обдумывали устав. Все, у нас была очень такая активная группа из ветеранов. И 17 мая на бюро Федерации конного спорта России нас зарегистрировали как некоммерческую общественную организацию. Теперь мы имеем право. У нас есть свой устав, у нас есть свой председатель Сергей Владимирович Калинин. Такая на него очень серьезная нагрузка. Это нагрузка скорее организационного плана, потому что сейчас у нас идут списки, собеседования. Это все очень такая рутинная работа, не очень интересная. Но тем не менее, люди к нам приходят, у нас уже насчитывается около 50 членов. Это люди, у нас есть, знаете, это наши алмазы. Нина Георгиевна Громова, Светозар Михайлович Глушков. Это люди, которым за 87. Ярослав Павлович Макаров, мой папа. Это такие прям основатели конного спорта. Они стояли у истоков развития конного спорта Советского Союза после войны. Помоложе, вот Геннадий Тетерников, Геннадий Пантелеевич, он тренер. Вообще обалденный человек. Вы знаете, я помню свое детство, я приезжала из школы, а он после работы основной, мастер спорта по троеборью, участвовал в пардуйском стипельчезе, он приходил, он был инженер хладокомбинатов, каких-то там установок, и тренировал девочек в ИСКУ. Марин Панферова, Лен Сиднева. У него целая группа была, и девчонки все вышли оттуда. Вот это когда говорят, вот спорт всегда был профессиональный. Нет, тоже люди после работы приходили и занимались. Поэтому, конечно, вращаясь с такими людьми, какой-то такой энтузиазм внутренний, вера, потому что они строили конный спорт с нуля, с ничего поднимали. И мы же в Советском Союзе достигли очень-очень-очень высоких результатов. Поэтому я всегда верю, что если есть желание и правильный подход, то всегда человек достигает того, чего он хочет достичь. Или коллектив достигает, да, того, что он... Поэтому эти люди, мне кажется, это, знаете, как киты, на которых стоит мир. Вот это те киты, на которых стоит конный спорт. Их нельзя забывать. Потому что если мы не будем знать этой истории, ну, не я это говорю, да, у нас будущего не будет. Мы не можем... Оп! Как эти факиры, да? Из ниоткуда в куда. Нет, это история. Это какой пласт вообще людей. Конечно, мы очень благодарны Армену Агаджаняну, потому что он откликнулся первый. Он полностью проспонсировал этот турнир. Он позволил нашим людям встретиться. Мало того, что их автобусами встречали, они приехали на базу. Не все же едут в машину, да? Им приготовили великолепный стол. Также конкурс для наших ветеранов. Немножко мы хотели другой ракурс, но, может быть, он получится в следующий раз. Сейчас то, что получилось, то получилось. Но это наша проба, да? Но все, не все как бы ветераны откликнулись. У каждого свои какие-то. У кого-то лошадки нет, у кого-то там заболело, кто-то там что-то сделал. Но, тем не менее, люди, если не получалось, звонили, как нам жалко, да, как мы хотели участвовать в этом празднике. Поэтому мне бы хотелось, чтобы эта традиция сохранилась. И, конечно, мы очень благодарны Maximus Tables, они предоставили площадку, да, они предоставили тоже, ну, как бы, внимание, там, все, что они могли, они это сделали. И мы надеемся, что этот первый турнир, он будет первой ласточкой. И у нас это наш опыт, который будет тоже нарастать, ведь ветераны с каждым годом, у нас ветераны 60 лет. Поэтому, да, 60 лет для конного спорта, вы же понимаете, что это совсем не возраст. Это опыт, это зрелость, это любовь, это понимание. Это здорово, если есть лошадь, всадник может прыгать. И здоровье прежде всего. Поэтому, конечно, наши ветераны могут прыгать и участвовать. Анатолий Иванович Лунченко один чувствует, да? Я очень серьезно отношусь к пожеланиям, потому что я верю. Я вообще верю в сказки до сих пор и верю в слова, которые произносим. Поэтому от всего сердца, дорогим конникам
и, конечно, ветеранам. А каждый конник, если он настоящий, он будет ветераном. И желаю дожить до того времени и служить конному спорту всю жизнь. Крепкого здоровья и спортсменам, и лошадям, чтобы не болели наши лошади, чтобы мы их не лечили, а чтобы мы готовились правильно, чтобы спортсмены уважали своих тренеров и слушались их, чтобы тренеры любили своих спортсменов и давали им правильное направление, потому что все, по большому счету, идет от тренера. И самое главное – счастье, удачи, здоровья и, знаете, такой спортивной прухи, чтобы везло. С наступающим!